площадки. Также у нас было много хороших игроков в команде, мне пришлось развиваться выше и выше. И поэтому я думаю, что во второй половине сезона я адаптировался в команде. И поэтому я считаю, что я смог раскрыться еще лучше. First adaptation, it was his first season, so to get used to it. Second of all, he thinks they had a lot of good players on the team, so it took him some time to get up in lines and to show that he can play as well. Были какие-то мысли, когда тебя выберут, или ты просто ждал и доволен, что выбрали все? Я разговаривал с генеральным менеджером нашей команды Лейсаудой, и он сказал, что это будет приблизительно 3-4 раунд, поэтому на это, в принципе, я и рассчитывал. Поэтому я просто верил, когда ждал и верил, когда же меня выберут. С кем ты приехал, с кем ты здесь? С моим агентом Гарри Гринстоном, потому что моя семья не смогла приехать из-за работы, и все отпустили, и поэтому он был моей единственной поддержкой. Были ли какие-то уже сообщения по телефону, или как-то что-то родители, или родственники? Сейчас мой телефон просто разрывается, я вибра, я чувствую, что он просто разрывается, и под поздравления. Что ты знал о Филадельфии, об этой команде, и что ты ожидаешь? Я смотрел пару игр, я... Хорошая команда, да, может, в этом сезоне немножко не получилось, но я знаю, что есть 20 игрока, Проворов и Любимов. Надеюсь, что будет Любимов. Также есть пару суперзвезд, и это будет очень интересный опыт. Еще вопрос. Кого из хоккеистов ты очень любишь, и с кем бы ты хотел бы быть ближе играть? Мне очень нравится стиль Никиты Кучерова, и я бы хотел, наверное, быть ближе к нему. Но Филадельфия. Понятно. Ты из Беларуси, в последнее время не так много хоккеистов, которые попадают на драфт НХЛ. Насколько, может быть, какая-то гордость есть, что ты на драфте? Да, мне приятно представлять Беларусь, мне приятно, что я родился в этой стране, вырос. И я думаю, что сейчас многие белорусские, может быть, маленьких хоккеистов, может, постарше, будут ставить себе цель попасть именно в НХЛ, и я горд этим. Насколько в тот момент, что ты проиграл в Канаде несколько сезонов, помогли тебе быть выбранным на драфте, так скажем, в серединке на достаточно высоком уровне? Я считаю, что это очень помогло, потому что здесь намного больше скаутов, намного больше тренеров, которые могут отслеживать. И НХЛ — это канадская, американская лига, поэтому я считаю, что здесь намного проще. Разговаривал ли с тобой руководство Филадельфии до того, как выбрать тебя на драфте? Я разговаривал с скаутами в течение сезона, да. А, не знаю, за несколько дней до сегодняшнего дня именно? Нет. Ты упомянул, что в Чикаго до этого не было, правильно? Нет, первый раз, да. Удалось ли посмотреть город и какие вообще впечатления? Да, я приехал 20-21 числа, у меня было холоднее погулять здесь, да, и это очень красивый город. Но я был в даунтауне, и я ездил к озеру. Да, очень красивый и очень хорошее впечатление, и сейчас я хотел бы очень побывать в Филадельфии, да. Кстати, когда планы, когда ты едешь в Филадельфию? Я пока еще не разговаривал с представителями, поэтому не могу сказать. Ну и последнее. Не знаю, привет фанатам твоим, тем, кто болеет за тебя дома в Беларуси и в Канаде, наверное. Спасибо большое, что болели за меня, что переживали. Я прямо сейчас чувствую, как мои родные, близкие горды за меня. И я надеюсь, что это даст какой-то толчок очередной белорусскому хоккею, чтобы все больше и больше хоккеистов были выбраны на драфте, играли в большие лиги.